Геннес, а это еще что? Мастер, это люди, которые смотрят наше видео, но по какой-то причине не подписаны на наш канал. Думаю, если мы их попросим, если им напомним, они обязательно подпишутся. Ладно, погнали. Понял. Не надо смотреть без подписки. Ты слышал мастера, так что подпишись, или я испепелю тебя. Они справляются лучше, чем ожидалось. Кажется, нам не о чем беспокоиться. Да, в конце концов, это же герои А-класса. Не существуя С-класса, они были бы самыми могучими бойцами ассоциации. Да и остальные тоже. Даже члены Б и С-класса все еще мастера своего дела. Не только бойцы высокого ранга достойны находиться на поле битвы. 29-й ранг Б-класса. Двойная дыра. Не-а. 50-й ранг Б-класса. Реактивный добряк. Возродившийся. Какое ничтожное оружие! Я отобью твою жалкую игрушку, твою же рожу! Гигантская пушка! Чего? Шары так не двигаются! Эта детка словно продолжение моего тела. Ха, вам ни за что не прочесть ее траекторию. На близком расстоянии от этой техники не будет никакого проку. Твоя слабость – это неожиданные атаки. Вроде этой! Да я вас всех на фарш порублю! Ладненько. Поехали. Тренер Сикингал. Ага. Свисток. Можете дунуть в него для меня? Он помогает мне войти в необходимый настрой. А, ладно. На первой полосе капитан Мизуки. На старт. Первое соревнование. Прыжок шестом. Следующее соревнование. Метание копья. Третье соревнование. Метание молота. У тебя неплохое тело, девочка. А?
Спасибо. Я способна лишь на легкую атлетику и борьбу. Мерзость. Я переборщила. Сэр, я буду усердно работать, чтобы сберечь выносливость звездных игроков. Не забывай брать лишь тот вес, что подходит твоим мускулам. Да черт тебя дери! Этот жердяй гораздо акробатичнее, чем выглядит. А еще он по какой-то причине быстр. Как ему удается уклоняться от всего этого? Надо пополнить энергию, иначе моя диета не будет эффективной. 66-й ранг С-класса. Питающийся боец Футоши. Прекрати! Постой, ты не можешь оставить нас в таком положении! Черт подери, кто-нибудь освободите нас! 3-й ранг С-класса. Черепащий супербандаж. Отойдите! Не приближайтесь! Ох, вот отстой. Сегодня все выглядит очень плохо. Ну давайте, силой Эспера, выходите! Сработало! Я сделала это! Чем этот парнишка занимается? Он просто сидит там на корточках. Оставь его. 3-й ранг А-класса. Акамай Итачи. 4-й ранг А-класса. Бушидрей. Один из них идет за мной! Здоровье. Это его не остановило. Порезы твоего оружия слишком поверхностные. Этого вполне достаточно, чтобы я принялся за дело. Один порез этого ножа, и ему конец. 300-й ранг С-класса. Пойзон. Наша задача — убить. Нет нужды для зрелищных техник боевых искусств. Кстати, зачем вы вообще пришли сюда, если в битве от вас никакого толку? Знаете, это вы здесь самый мертвый груз. А, вы и менеджеры ни на что не способны. Смотри сюда! Луч менеджмента! Ха-ха, ну и как тебе такое? Немного сражаться я все же могу. На моем счету даже есть достижения. Я втайне пытался стать героем, но провалил экзамен. Вашим достижением является неудача, а? Кажется, все в порядке. Я тоже здесь закончила. Это было несложно. Да, пока что. У меня плохое предчувствие по поводу всего этого. Элегантная победа! Они попросту были слишком слабы. Почему они послали своих слабейших бойцов, зная, что те проиграют? Не похоже, чтобы они провернули это лишь для нашего выматывания. Не ослабляйте бдительность! Еще больше монстров на подходе! Кажется, их уровень слегка поднялся. Подходите, налетайте. На стороне героев я, а не Дотстал. Я хорошенько покажу им, что это имя означает. А ну, зароги! Я сам разберусь с ними.
Сочи и остальное начальство, спокойно можете оставаться внизу. Эти герои оказались достаточно глупы, чтобы прийти сюда. И теперь я, носорог Грешлер, убью их всех. Кажется, этот монстр уверен в своих силах. Будьте осторожны! С тех пор, как меня выгнали из группировки «Метель» за драки с ее же членами, я выискивал возможность восстановить свою репутацию.